Число отравившихся в Ижевске детей достигло уже 90 человек. 83 из них находятся в больнице. Сейчас состояние подростков стабильное, но по предварительной оценке медиков выпишут их не раньше пятницы. У всех обратившихся за помощью выявлены ротавирусная и норовирусная инфекции. Роспотребнадзор уже сделал предварительное заключение о причинах массового заражения. Источником инфекции, скорее всего, явился кто-то из сотрудников пищеблока. В столовой лагеря найдена масса грубых нарушений. Сейчас работа приостановлена, столовая закрыта, организован подвоз питания и питьевой воды. Власти региона помогают отправить домой здоровых детей, решают вопросы с билетами на стыковочные рейсы и поезда. Напомню, 2 мая в детском оздоровительном лагере «Дружба» в Ижевске дети пожаловались воспитателям на внезапную боль в животе, тошноту и диарею. Школьников госпитализировали. По факту массового заболевания следователь возбудил уголовное дело. Всего в лагерь съехались около 500 подростков из 43 городов России. Школьники должны были участвовать в интеллектуальной игре «Что, где, когда».